Знакомо. На завтра будет наш Нам Петру. Нет, здесь водопад. Или корешок. Какой там бас? Увидишь редко. На завтра будет наш Нам Петру. Порой едем. Знакомы с детства. Потом по крынке, скипа на крынку. Зобраз уж видим, мы значит дом. И с лета осень прошлись по карте. На море были, у речек спали. Поход, что песня, костер, палатка. Сейчас часть трав душистых по кружкам стынет. И вот когда мы уже шли после ночи со Степана Крымки, уходили на Покровку, и уходили на Троицко-Харцинск, Дзугрес, так получилось, что мы немножко сбились с дороги и вышли на скалы. Это скалы, которые вдоль Крымки идут. Вот в селе Благодат, там кто был, там тоже как-то на зубе, но они побольше немножко. Мы вышли туда, посмотрели, а дороги уже не было. Она вела именно сюда, на смотровую площадку. И нам пришлось по высокой траве, по пояс идти к дороге. А это где-то, ну, может быть, метров 300.